Всем привет! Не часто, но тем не менее встречаются на форуме темы с вопросами о том, где сейчас поиграть в официальную ванилку. Ну то есть не в Лича, а в ту самую классику образца 2019 года. Про приватные проекты мы с вами говорим довольно часто, а вот про офсервера информации маловато. Так что заполним этот пробел в сегодняшнем видео. Ну а для тех, кто ищет решение проблемы с оплатой подписки или нехватки золота, как всегда поможет elfmoney.net. Более 13 лет на рынке, только опытные проверенные исполнители, лучшие качества и вежливые сотрудники. А для моих подписчиков скидка 10% промокода VANILA10, ссылка в описании. Итак, после выхода классического дополнения Burning Crusade, ванильные сервера формата Вечные Классики еще какое-то время жили. Практически на каждом сервере присутствовало по одной или даже по две рейдящих гильдии, которые как-то умудрялись в условиях отсутствия адекватной экономики выживать. Если вы помните, примерно год назад я рассказывал, как играл на ванильном Пламигоре, и в частности рассказывал про особенности такой игры. При отсутствии людей на сервере приходилось практически все ресурсы добывать самому. Нужна химия? Нарви цветов, найди алхимика, будет тебе химия. Нужны энчанты? Сходи в инст, пофарми шарты, найди энчантера и будут тебе энчанты. И так далее. Френд-лист, нужными тебе людьми были куда полезнее аукционы. Признаюсь, такая игра даже приносила какой-то фан. Такой своеобразный элемент выживания в условиях постапокалипсиса. Как в сериале «Ходящие мертвецы», когда вся планета вымерла, а вы и еще кучка других людей пытаетесь как-то выживать. И в целом, любителям классики, не желавших идти на пиратки, было где поиграть. Но вот спустя пару лет обстановочка значительно поменялась, особенно для русскоязычных игроков. Blizzard, проводя реформы со своими серверами, открыли бесплатные трансферы со всех миров, тем самым намекнув игрокам, что да, ребятки, мы понимаем, что держать 100-500 мертвых серверов — это, конечно, плохо. Мы бы и рады их объединению, но нам мешают какие-то непреодолимые силы. Какие силы они не уточнили? Ну, давайте предположим, что это могут быть проблемы с никами. Поскольку игрокам, застолбившись красивые ники, на новом сервере пришлось бы искать себе менее привлекательный вариант. И, возможно, проблема с миграцией золота, ну и ресурсов. Игрок, пришедший с какого-нибудь мертвого сервера, мог принести с собой полные закрома лотосов, аркан кристаллов и прочее, тем самым убив и без того слабую экономику. Если честно, проблемы так себе. Все это, в принципе, решаемо. Ники можно было бы сохранить путем добавления к нику приставки сервера, чтобы было понятно, откуда пришел игрок. Тем более, что этот вариант отлично практикуется в настоящий момент, после объединения серверов в кластеры. А проблема с ресурсами, ну это мое личное предположение. Возможно, это и не проблема вовсе. Просто я не могу найти объяснение получше, почему Blizzard категорически отказывается сервера сливать вместе. Перед открытием Лича же прошли мероприятия по закрытию мертвых серверов. Почему эти мероприятия не коснулись ванильных миров, не ясно. Тем не менее, во избежание возможных претензий со стороны игроков, были открыты бесплатные трансферы. В европейском регионе трансфер был открыт на FairMiao со всех классических PvP миров. Но надо понимать, что этот трансфер был не конкретно на FairMiao, а на группу объединенных европейских миров. В настоящий момент такие сервера, как Ashbringer, Bloodfang, Dragonfang, Eggshaker, Gendling, Glimak, Magrain, Nogenfogger, Skullflame, ну и конечно же FairMiao объединены в одну группу. То есть игроки с этих серверов фактически играют на одном общем мире. Общаются друг с другом, торгуют, вступают в гильдии и так далее. И да, ребятки, чтобы избежать каких-то недоразумений, на момент создания этого видео я решил проверить возможность трансфера с Пламигора на FairMiao. И с удивлением обнаружил, что с Пламигора трансфер закрыт. Не знаю по каким причинам, возможно это какая-то временная пауза, связанная с закрытием классического сезона мастерства. Близы объявили о его скором завершении и порекомендовали игрокам, чтобы они поспешили с переносом персов либо в Лича, либо на Вечную Классику. Однако вот что-то трансфер закрыт. Я проверил своего пристика на сезоне мастерства и также обнаружил, что на нем отсутствует возможность трансфера. Ни на Вечную Ванилу, ни на Лича. Можно было бы подумать, что это как-то связано с ограничением в рус-зоне, однако в Личе возможность трансферов и есть, так что я думаю, дело не в этом. Не буду пока поднимать панику, возможно, да, идет подготовка к закрытию сезона. Если в ближайшее время проблема не решится, тогда будем, конечно, эту тему обсуждать. А пока надеемся, что эта проблема временна.
Но, как бы там ни было, вы понимаете, конечно, что в настоящий момент крупнейшим классическим сервером является FireMiao, куда, собственно, соскочили все, в том числе и последние активные игроки с Пламегора. Не все, конечно, но об этом позже. Крупный, это я, конечно, громко сказал. Относительно других серверов FireMiao, да, крупнейший официальный сервер WoW Classic. По факту же, статистика показывает всего 600 активных игроков. Я подчеркиваю, не онлайн 600, а активных тел. То есть те, кто сегодня рейдит и засвечен в логах, благодаря которым и собирается эта статистика. Возможно, есть и те, кто статистику не попал. Ну, думаю, их не так много. По поводу русских гильдий. Инфа такая. Русских гильдий как таковых нет. Те немногие игроки, кто пришел с русских серверов, рассосались по европейским коллективам и играют в таком виде. Соотношение фракций примерно 60 на 40 в пользу Альянса. Также самая топовая гильдия Актив находится за Альянс. Что касается PvE миров, то у PvE-шных серверов тоже есть крупная столица, куда все стянулись с мертвых миров. Это группа серверов во главе с Payward Village, которая насчитывает 4 сотни активных игроков. Я говорю в таком формате, потому что вам, конечно, привычнее видеть онлайн сервера и уже от этого отталкиваться, стоит играть или нет. По этому поводу могу сказать так. На серверах Вечной Классики игра проходит не в привычном для вас виде. Тут нет игроков, которые с утра до вечера стоят в полуафк режиме в столицах и составляют какой-то онлайн. Игроки, как правило, заходят непосредственно под РТ, а в свободное время занимаются чем-то другим. Ну, возможно, играют в какие-то другие дополнения. Поэтому считать актив гораздо корректнее, чем сказать, что на сервере ну приблизительно 100 онлайна. Он сегодня 100, а завтра после сброса КД 300. Но согласен, мало, да, ну, такие вот реалии. Тем не менее, жизнь на серверах кипит. Кроме рейдов, активно играется ПГ, собираются пятерки, в том числе и лоу-левельные. Если проявить чудеса коммуникации, то собрать их можно куда угодно. Теперь я еще хотел сказать про ру-сообщество. Да, какая-то часть соскочила на FireMiao, поскольку Пламегор после отключения платы умер окончательно. Однако, на удивление, осталось небольшое количество игроков на хроме. Это немного странно, но тем не менее это так. Гильдия Сияния Рассвета по-прежнему еженедельно закрывает доступные рейды и в целом скорее жива, чем мертва. Хотя, судя по последним логам, дела у них не настолько хороши, как хотелось бы. Анкераж они закрыли частично в составе 25 человек, а предыдущий рейд был пару недель назад в составе 33 игроков. Видно, что людей маловато, но я все же хочу отметить, что при текущей ситуации вокруг классического WoW это очень даже неплохо. Возможно, ребятам не хватает какой-то информационной подпитки, чтобы люди про них узнали и захотели прийти играть. В одном из прошлых видео я предлагал кому-то из участников гильдии, там, скиньте Discord или еще какие-то контакты. Ну, что-то никто не отозвался. Если есть желание, скидывайте, закреплю в комментарии. Вот, собственно, вот такие дела сейчас на официальных серверах Вечной Классики. Подводя итог, я повторю, что самый активный сервер сейчас европейский FireMiao. Причем относительно американского Вайтмана, FireMiao крупнее так процентов на 30, что подтверждает, что у америкосов ванилка прижилась не так хорошо, как и в Европе. А за ним следует PvE-шный Payward Village. Если нет желания играть с бургами, Альянс в лице гильдии Сияния Рассвета на хроме. Ранее на хроме я видел и ордынскую гильдию, но после февральских событий, я так понял, онлайн у них подкосился настолько, что вопрос рейдов закрылся сам собой. Такие дела. А я напомню вам о подписке на канал, если хотите узнавать полезную информацию и дальше. Буду благодарен за лайк под видео. Удачи!